Джон Керр, любимцы публики из Великобритании, Нора Хоффман, Атила Элик, очень яркая, красивая пара из Венгрии, и Наталья Гудина, Алексей Белецкий, представляющий Израиль. Очень интересная, насыщенная у нас сегодня программа, и спасибо режиссерам за то, что мы с вами смогли увидеть и выступление спортивных пар, ну и также, за, конечно, церемонию зажжения Олимпийского огня. За Кристин Фрейзер, Игорь Луканин, Шин Кер, Джон Кер. Англичане у нас по-прежнему лидеры состязаний. Ну а теперь на льду появляются израильтяне Наталья Гудина и Алексей Белецкий. Израильтяне по спортивной принадлежности, отнюдь не по происхождению, так скажем. Наталья и Алексей родились в Одессе. Наталья Ленчук и Геннадий Карпонос, вот только что мы их видели. Буги-вуги, блюз и рок-н-ролл. Комбинация трех ритмов, заявлены ими на оригинальной дате. Что вас такое засвеселило, Александр, во время их танца? Нет, вы знаете, я вот так смотрю, конечно, музыка музыкой, и азарт азартом, но надо не забывать, что все-таки это спортивный танец на льду, и не забывать, что нужно соблюдать правила, то есть, ну, дуги, я не говорю, бесшумное катание, не говорю, мягкие колени, нельзя ради усложнения программы терять класс, будем говорить, что направленность, спортивную направленность в этом виде фигурного катания. Иногда спортсмены забывают и настолько увлекаются, эмоционально увлекаются, что забывают про то, что судьи иногда смотрят на лед. Да, судьи в основном-то и смотрят на лед, и вот именно вот так вот смотрят судьи, да? Их... Да, абсолютно, они... Мало интересует, что там наверху. Ну, я имею в виду про тех судей, которые ставят перед собой задачу справедливо оценить спортсменов, чтобы их труд не пропал даром.
потому что если дают какие-то авансовые оценки, незаслуженно, они всегда оправданы. Спортсмен думает, что он прокатался на эту оценку и перестает повышать свой профессиональный уровень. Наоборот, мне кажется, хорошо, когда судьи даже немножко принижают спортсмену оценку, тем самым дают ему понять, что работай, мы видим, не волнуйся. И когда спортсмен вдвойне перекрывает своим старанием это предвзятое мнение судей, он получает справедливые оценки и поднимается наверх. Надо благодарить тем судьям, которые справедливо ставят оценки, не завышая их, не обращая внимания на верхнюю часть спортсменов. Да, руками можно сколько угодно дергать, вертеть, крутить. Да. Для этого есть другие виды деятельности, есть эстрада, в конце концов, есть... Ну, я уж так, знаете, немножко предвзято отношусь. Я не хочу сказать, что это относится именно к этим спортсменам. Я просто подумал, что иногда, периодически, это у многих спортсменов проявляется, когда спортсмен вроде как забывает про все и входит в такой раж, что... Я понимаю прекрасно это состояние. Хочется выразить полностью музыкальное сопровождение. Но это их лицо, это, так сказать, их видение программы и тренеров, я думаю, что... Ну вот мы уже увидели вторую пару Натальи Зеленчук и Геннадия Карпоносова. Сначала на зуме Ватанабе и Акио Кикидо исполнили некий акробатический элемент, точно такой же. И вот элемент акробатики мы увидели здесь.